Господи, благослови нас, пусти дары твои святые. Господи, как ты тебя навели, устроил прекрасную эту землю. Даешь тепло человеку и сохраняешь эту землю от повреждения. Слава тебе. За благословение в трудах, в учебе, в общении. Филиппо! Благослови, Господи, брата Виктора и возврати его в мир. Аллилуйя. Аминь. Помолиться не дают. Говори. Ну ты смотришь YouTube или нет? Давай, пару слов ему. Только быстро. Алло! Привет! Нормально! Ладно, пока! Слышал? Все нормально, просто не только не лезьте, не мешайте ему. Это становление мужчины настоящего будет. Богом. Вот благодарны. Видите, какие хорошие ребята. Ваня хорошо поговорил. Так, внимание. У нас опять к сказке подходим. Так. Давай баночку. Я надену фуражку. Сегодня я принес магнит и назначил на это просто. Заложили этот магнит в сетку, вот посмотрите, что она нагребла. Ну, что она нашла? Кое-что еще взяли, кому еще надо. Вот посмотри, Володя, видно тебе? Да, да, видно. Кому что даже еще... Я подумал, просто трудилось хорошо, так становится. Я ей дам лишний пирожок, наверное. Ладно, пошли. Ну не успел подумать, как тоже жалоба сразу на нее. Так, кстати, маленько. Ну, получилось уже, мы разрубили, она взяла платок, эту, извините, я не давала, и проще. Теперь платок ей отдали, раз тебе надо, носи два платка. Дикин потом дали ей, потом она отдаст. Это не надо делать, ни от кого ничего не надо снимать, не надо стаскивать. У нас как одна большая семья. Чего ради, я не знаю, так, такая охота у другого брать и куда-то поднимать. Если надо что-то, просто подойди, скажи, мы просто так дадим. А кто сегодня кого ударил-то? Кто ко мне с жалобой подходил? Ударил. На Андрея сейчас будут показывать. Ну, как тебе это касается? Я не знаю, я просто так сказал. Если Андрей сам выходит, а не ты стоишь, и я буду здесь. Что? Кто кого? Да. Как? Кому ты заехал? Не туда, не твой огород. Да, Ксюша берет, не дает ложить картошку в мешок, не дает. Она меня толкнула, и я ее толкнула. А где же вера-то ваша христианская? Даже по одной щеке ударят, вторую подставь. Ксюша меня толкнула. Ну какая Ксюша толкнула? Где она, Ксюша-то? Ну вон она, ну кого там? Ксюша там. И сравни ты. Да таких Ксюш пять ты опрокинешь всех. Ну, она, может, тебя хотела поближе как-то познакомиться, чтобы было. Потому что она не знает, через что, через картошку, мешок там. А ты ее готов мешок затолкать. Я считаю, это неправильно. А ты считаешь правильно? Нет. Ну, вопрос решен. Вон, поднимает руку. Давай. Я видела, как они дрались. Да уж не дрались, поди. Они дрались. Тогда Андрей хотел картошку положить в мешок. Ксюша не давал положить картошку в мешок, и она начала забирать. А почему потом, не давал? Потом положить. Я не знаю, я не спросила. Ну, не прямо... Надь говорить. Но потом они начали. Я тоже был. Ну. Я тоже тогда был. Но. Мы разбирали картошку, отделяли картошку от их отростков. Мы и складывали картошку в мешочек. Каждому на 4 человека разделили мешочек. Их всего было 3. Но 2 мешочка забрали, потому что они были переполнены. А картошка оставалась. А Андрей очистил картошку, хотя положить в мешок, который был возле Ксюши, но Ксюша ему не давала. Поэтому они подрались. Она говорила, чтобы он положил...
к Вике в мешок. Просто... Ну ты положил бы к Вике вопрос снятый. Может, просто Вика говорила, что к Андрею кстати, мешок был ближе. Голова кружится, как много вы говорите, больше моего. Так. Прикрыто. Картошки в середине забудем. Нам надо готовить сейчас к костру. Приедет дядя Витя, чтобы на костре не было ни одного замечания. Особенно, когда поют и в это время разговаривают, это повинно. Значит, сразу на ограду, на жердочке сидеть. Никакой игры там нету. Что мы пришли, концерт, дали картошку, поели, попели и пошли домой. С деревенскими близкими сходите. Они свое отдельно понесли. Я не понимаю, что надо. Можно спросить, а как сидеть на жердочке? А увидеть. Вот которая вокруг ограда, ему нельзя никуда, только на жердочке. А ему тогда картошку дадут. Вот так. Паша, тебе вопрос. Я слышал такое, правильно или неправильно, подожди. Будто бы учительница ваша говорила, что какие-то миллиарды лет, миллионы, а ты сказал не 7 миллиардов, а только 7 тысяч на Земле, правильно? Нет? Да. Говорил? Да. Правильно. От Адама до рождения Христа 5508 лет. Запомните эту цифру. 5508. Ну и добавляю сейчас 2015 год. Вот и все. Больше человека, человек не жил, ничего не найдут, ни одного орудия, ничего их нет. Все остальное был обман, подделка. А сколько лет животных, земля, может и миллиард, это мы не знаем. Видел мамку какой-то. Был вечер, было утро. А сколько это был вечер? Может быть, это эпоха целая. Да еще я слышал, что кто-то из нас не признает, что у человека душа бессмертная. Что это? Если кто не признает, что у человека душа бессмертная, это атеист, это безбожник. Поэтому творить все, что может. Человек бессмертное создание, он подобен Богу. И когда умирает, тело закапывает в землю, а душа, написано, дух идет к Богу. Иоанн Богослов видел души, души, не людей, души поджертвовали. А я не верю, это безбожество. Неверующий Богу, вот Библия так говорит, а человек не верит. Ну а как это понимать? Неверующий Богу представляет его лжив. Бога называет своего лицом, примерно, если бы ты не верил в это. Мы верим в Бог, в то, что в Библии написано. В Библии говорится, что у человека бессмертная душа. И возвратилась в него душа в отрасль. Возвратилась. Она вышла, ее не было, тело лежало мертвое. Так Библия говорит. Слышал это? Ну вот и бабали, а как так? Стараюсь, говорю, а когда слушают, когда не слушают, когда мимо ушей пропускают. Нам не надо доводы никакие. Написано в Библии все на это. Ну, об этом я говорила, все. Что, учительница, Паша, что? 5508. Прибавь 2015. Больше человек не жил на Земле. Это всякие разные выдумки. Но это мы в книгах у вас нашли, и я ему сказала, он потом... Человек – бессмертная душа. Человек бессмертный, он умереть не может. Умирает только тело. А потом тело воскреснет, по сути Божьей, и опять соединится с душой. Но тело будет обновленное, не стареющее. Мы все будем в одном возрасте. Мы сейчас разные, а потом будем одинаковы. Всем примерно, как считается, 33 года будет. Возраст Христов. Придем в возраст Христов. А еще Ксюша кидалась картошкой. Я не кидалась. Она в меня кинула еще кого-то кидала. Я думаю, оставить так, как есть. Ладно тогда. Сегодня у меня работали, значит, Арсений и Кирилл. Работали не просто хорошо, а очень хорошо. Пилили хорошо, носили, возили. Тяжело было на тележке, и они все это возили. Вот видите, как приятно. Ребята, которые все время замечания по работе были. Сегодня ни одного замечания нет. Вот как раз складывали там, на плотине, то бывает то так, то так, но это не трудно было, просто сориентировано. Утром мы закончили сегодня это для переодевания на пляже, так что у вас теперь там особая, вторая комната будет, где переодеться можно, старушку выжила, белишко там свое надела. Вопросы? Нет, нет. Платочки? За стол. А у тебя где? А я забыла.
Рукава где? Ну там без рукав. Так, развесь его. Снять, и надо бежать. У кого нет подушки еще? Ой, Андрюха. Бежать надо. Снять, он не может бежать. У меня Вика, снимай. А Гоша-то что там? Ну что, ты не рассказывай ничего. Постарайся помирить кого-то, а вот это вот я отвечусь, понимаешь? Ты хорошая такое, понимаешь? Так, я вам горячо, горячо. Подойдите в сторонку. Я сейчас что-то вам немножко расскажу еще. Пока тут говорить будут, тут все я стою. Вот собирали гвозди. Однажды случилось... Неприятность такая. К нам приехал всемирно известный архимандрит Ивановского монастыря Амвросий Юрасов. Не знаю, тут колеса где-то прыгают, тогда их не было. И он одновременно проколол два колеса гвоздями, где мы прыгаем. Как так? Я, может быть, он в Иваново проколол, и она так держала, и потом доехала, а тут проявилась. Два колеса одновременно... У иномарки проколол якобы у нас. Не знаю. Почему мы ногу не прокололи? У меня вопрос такой. Все, пока. Давайте. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Так. Давайте свою ложку. Слава Христу.